Так, как вариант, хотелось бы пройти квест, чтобы в Новиграде появился сундук, а он появляется в здании, которому ведет квест на поиск лютика. Вот. Потому что с того сундука удобно там всякие реагенты брать и для перемещения бегать. Видно, что ты человек Не то, бывалый. что сюда каждый раз Скажи в мне, ворону. хватит ли бабу раз в неделю лупить? Ну и Или вообще, больше надо? можно для начала сделать Говорят, вот эти хозяйки добрые, чертежи хозяйки собрать. милостивые. Откуда Хотя столько придется доверия? побегать. Так, школа кота. Доспехи есть. Но это на следующий уровень. Остается, что там? Арбалет, два меча. Здесь можно закинуть. Глаза у тебя как у кота. А мышей тоже ловишь? Кстати, хотел еду скинуть. Так, ну-ка посмотрим. А, я скинул ее, наверное. Тут как раз немножко осталось. Ну и вот. Так, что еще? Книги в Новиграде продать. Надо сейчас потянуться продать. Это пускай лежит. Скажу, все, что я не видел. Тебе покрывали, схватил за плащ и врыло его. Врыло, сука, ты понимаешь? Пиздец. Ворон как накатит, так злой делается. А пьет ворон без привилегий. Кровавый ворон голову от гнева. Суды. Что, неплохая работа моему любви. Уже прогнал всех чудищ. Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чудим. Там книжный какой-то мужик книги продает. Вот у него. Надо сейчас все это скинуть. Еще и квест какой-то у него, по-моему, есть. Не может быть! Седой, глазище желтые, морда в бороздах. Ровно как он говорил. Ты, Геральт из Ривии, прозванный Белым Волком, а? Мясник из Главикина. Достаточно Геральта из Ривии. В чем дело? Пару лет назад один тип заплатил мне, чтобы я сохранил для тебя книжку. Сказал, что ты когда-нибудь за ней придешь. Кто это был? Он не представился. Но у книжки красная обложка, это я помню. Я ее точно не продавал. Хорошо, я поищу. Может, тогда и остальное посмотришь? С удовольствием.
Изучение чирьев прижиганием, научные студии. Мой манифест. Должно быть оно. Внутри какое-то письмо. Так, ну, это, скорее всего, Валак, который тут дальше будет. Ну, что-то он там говорит про час пурги там и так далее. Продали, сколько вес, интересно? 80 килограмм. Это барахло еще поразбирать. Покажи мне свой. Будь здоров. На 2 килограмма уменьшился вес. Так, лунный клинок. Надеюсь, меч кота будет получше, чем он. В прошлый раз тут был, и что-то прям перегруз пошел. Так, бандитов здесь загасил. Ну сюда, да, до этого знака съездим. Ведьмак! Ян Вердун, помнишь меня? Ты спас меня от утопцев. Тогда у меня не было гроша за душой, а теперь... Гляди, кошель набит доверху. Ага, деньгами беженцев из лагеря. Ну как, месть была сладкой? Я думал, ты за наградой. Денег я тебе с удовольствием дам, ты ж меня спас. Но если ты ищешь неприятности, ты их найдешь. Вижу, зря я тебя развязал. Ну, что было, того не вернешь. Но я постараюсь, чтобы совесть тебя недолго мучила. Взять его! Ха!
драться расхотелось? К бою! Не осталось после них. Любопытно. Я так понял, это письмо от того, кого они убили здесь. Так, а перегруз большой идет. Говорят, что это хлеб. Не откладывай на завтра, купи сегодня! Мечи? Покажи.
Будь здоров. Да уж. С одной стороны, если думать, что быстрое перемещение это огонь, не дай меня в обиду. Нечто такое, что пропускает переход от одного места к другому каким-то безопасным путем, да? То вроде бы ничего страшного. Но вот некоторые люди почему-то думают, что играть без быстрого перемещения вообще это круто. Это сильно затягивает игровой процесс. Прям чересчур. Мечи высший сорт! Покажи. Будь здоров.
Так, токсичность у нас 198 уже. Какой-то гад там сидит. Не помню, кто там сейчас, можно будет посмотреть. Ну это у нас все история про того ведьмака, которого мы убили. Изменили погоду и попали в шторм. Разбился корабль. Сокровища какие-то. Неплохо. Thank you.
Так, надо поглядеть, что там можно скрафтить. Но арбалет точно можно. Можно что-то из алхимии. Прикольная штука. Тут не написано, насколько увеличивает урон. Ну вот это классная штука, вроде как имбовая в оригинальной игре, здесь не знаю. Какой-нибудь знак вешаешь на себя, энергия тратится полностью и ХП восстанавливается там процентов на 10-15. Прилично. Вот, куда я от Василиска надо было. Можно даже сейчас, по-моему, скрафтить. Петрушка нужна. Сейчас заглянем. Ты смотри, куда надо. Давай к травнику сразу тогда. Где-то там место силы еще есть, надо какое-то объявление прочитать. Или оно вот тут, или не тут. Где-то вот здесь, по-моему, оно. Можно съездить, в принципе. Сейчас можно кошку сделать, потом сюда проехаться по дороге.
Привет. Позволь. Прикольно, улучшенная против огров есть рецепт, а против огров нету. Прощай. Шевелись, плотва. Но! Что тут делается? Не ваше дело. Кажется, вам нужна помощь. Ну, если по правде, то нужна, конечно. Тварюги какие-то у нас в сарае завелись. Мы их внутри заперли, только ведь это ж ненадолго. И беда нам будет, как они высвободятся. Мы не богатеи какие, но если вы эту гнусь перебьете, мы заплатим. Я попробую помочь. Мы вас впустим в сарай, а как все кончится, двери откроем. Быстрее, мастер-ведьмак! Они ж выберутся!
кончилось. Открывайте дверь. Заодно и сарай обчистил. Работа сделана. Так точно. Вот ваша плата. Спасибо за помощь. Будьте здоровы. То ли здесь это место силы. Сейчас здесь гляну. Или вот здесь. По-моему, здесь, на холме. Шевелись, плотва! Медальон, дорогой, это место силы. Хочется закрепитель уже брать. Шевелись, плотва! Вперед, плотва! Плотва, не так быстро! Здесь стоит осмотреться. Yeah.
Есть что сказать напоследок? Здесь стоит осмотреться. Вот так вот. Так, серебряный меч. Это хорошо.
Слушай, отличная против огров, а обычного нет. Зараза, где она? Дураки какие-то, ну-ка. Можно сдаться. По зенкам его, сукина сына. Хватит болтать! К бою! Посмотреть, что для крафта надо.
О, это на 27-й. Можно пока забить. Можно сделать, в принципе. Кость, волос. Так, шкура, глаз, ухо. Надеюсь, чье-нибудь ухо у меня есть. Где плотва? Что, неплохая работа, мой друг. Ты что такой смелый? Шевелись! Чем могу... Бывай. Ухо есть какое-то. Шкура, ага. Так тебя честь. Кучу со всей деревни собрались. И если кто по тракту с добром едет... Пошла! ...того окружает. И если сам отдавать не хочет, так могут и он. Thank you.
скажешь. Умный клиент сразу поймет. На этой стороне полтора. От бедности. Что-нибудь наточить? Перековать? Покажи мне свои товары. Вот кости не взял. Ну то ладно. Ну, кость это, по-моему, с этих всяких гнезд чудовищ. Должна быть у меня там. Прощай. Вот сделали, считай, полный комплект школы кота. Ну, Герри, спасибо за все. Thank you.
Эй, верно ты выпрыгнул? Земля. Чем? Ехать. Бывай. На! А ежели кто не помнит прежних уговоров, пусть сожрет его змея. Что, неплохая работа, моя милюшка. Я тебе говорю, ты убил чудо. Денежка какая-нибудь найдется? Что-нибудь? Покажи мне. Прощай. Мне идет у него это от природы наклонность, чтобы стать разбойником. Всяко вроде. Я ветеран. Подайте крону. Так, ну и дальше можно какое-то задание типа. Ну вот, отыскать укрытие короля нищих.